Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Честно говоря, я буквально 2 дня назад делал серию, ребят, но она не получилась. У меня изображения не было, а был только голос. И сегодня я даже не знаю, чем будем делать, но попытаемся чем-нибудь себя занять. Во-первых, мы с вами заберем ежедневные награды. Это хорошо, я нахожусь до сих пор, ребята, в Лиге Сёгунов, 1 звезда. Но посмотрим, на каком месте. Так, 48-й, да? 48-й место, ребята. Ну-ка, давайте-ка мы с вами немножечко поднимемся повыше. Так, я выбираю тебя. Да, я выбираю тебя, и будем мы с тобой драться. 51-е уровни, 49-е. Как раз то, что нам нужно. Берем Рахзара. И берем, наверное, ребята. Да, возьмем Зека. И так как тут, ребята, не слабые, шутить с ними не будем. Подстрахуемся. Наверное, вот так вот. Фух, ну что, поехали. Попробуем по-быстренькому их разобрать. В прошлой серии, которая у нас не получилась, ребята, я прошел 2 уровня основной сюжетной линии. Потом покажу вам, какие они. Давай бомбить для начала их. Хоба! Отлично. Так, теперь возьмем провокацию Рахзаром, чтобы нас не пробили, мало ли там чего. Так, я боюсь, сейчас Микеланджело, наверное, будет снимать все дебафы. Хотя, да-да-да-да-да, ты можешь снимать, но уже поздно, родной мой, потому что вас уже здесь не осталось. Да, конечно. Ну вот, ребята, это, в принципе, и хорошо. Прошли с вами идеально. Сейчас посмотрим заодно, куда мы с вами приземлимся. Как вы знаете, я просто горю желанием получить Сёгуна 2-звездочного. Так, ну давай, не томи. Ну-ка. 36-я позиция. Хорошо, ребята, это еще не конец. Мы продолжаем с вами бои. У нас 3 отката плюс... Секундочку, ребят, давайте-ка вот здесь вот соберем все, что у нас накопилось. Так, осколки эти все. 2 телепорта. Мутаген. Так, задание. У нас задания откатились или нет? Нет, ребят, не откатились. Нужно поднять уровень персонажа. Но это легко я сделаю. И будет это у меня, знаете, кто... Зэк? Как ни странно, это будет у меня Зэк. Ладно, хорошо. Сколько ни качай, все мало, да? Давайте-ка мы вот здесь вот все переделаем в сюрикены. Да-да-да, я хочу это обменять. И здесь тоже обменяем. Так, замечательно. Потом, подожди-ка, у нас по заданию стоит. Да, сразиться в 10 боях. То есть... Видимо, я одно не сделал задание. Сейчас, ребята, сделаем обязательно все это. Так, пицца, сюрикены, доллары. То есть, по идее, я должен получить еще 5 откатов. По-моему, так. Хорошо, давайте заберем здесь ревард. Так, найдем мы с вами того самого персонажа, которому можно поднять... Точнее, не поднять, а найти... Найти ДНК на него. Так, смотри-ка, саблезуб жаждет. Давай-ка мы его поищем маленько. 1 ДНК уже есть, это хорошо, ребята. Здесь что у нас? 2. И давай 3. Ну, нет, не дают, ребят. Но главное, что мы это задание с вами выполнили. Забираем здесь все реварды. Да, ребята, у нас с вами 5 откатов. Все, отлично. Так, здесь мы то же самое. Меняем с вами сюрикены. Так, и давай зайдем в магазин. У нас сколько с вами? 4300. Ну-ка посмотрим, что мы можем здесь взять. Ну, Зека брать не будем, а на Микеланджело у нас не хватает. Значит, ничегошеньки мы с вами не возьмем. Кстати, ребята, в прошлый раз я в той серии, которая не вышла, жетоны обменял еще на лесу, на 3 карточки. Ну, а этих у нас, как всегда, не хватает. Их 500, а тут надо минимум 610. Это если мы хотим вообще что-то взять. Так, у нас с вами, в принципе, есть
задание есть же, оно работает или нет? Да, мы можем с вами пиццы заработать целую кучу, если захотим. Но мы все-таки с вами пойдем на лигу и будем дальше с вами бомбить. Поехали. Кто нам сейчас достанется, тоже интересно. Лига Сёгунов. Так, вот они охламоны, ребят, которых нужно разделать. Возьмем Леонардо, возьмем Железную Голову. Мы, наверное, сделаем так. И... черт, я даже не знаю, остальные все ватные, ребят. Эйприл упадет, наверное, сразу же. Неохота просто вот... ну, видимо, никуда не деться, ребят. Надо будет брать. Давай я возьму тогда вот так вот Карайку и Паукуса. Попробуем с ними справиться без потерь, естественно, ребята. Мне нужно пройти без потерь, если мы хотим с вами получать очень много очков. Ну-ка. Ну, в принципе... в принципе, неплохо. Что я могу сказать? Давай попробуем теперь пшикнуть. Оу. Пшик не получился. Так, давай-ка мы... во, Рафик упал. Что он делает? В кого? Так, Железная Голова, блин. Он защиту на себя делает. А мы вот так попробуем. Пробьем. Сплинтер упал. Да не надо жечь, ну что ж ты делаешь, а? Рокстеди, елки-палки. Давай срочно хиляться. Так, ну что, уже неплохо, ребят. Это уже неплохо. И надо нам, наверное, с вами, я вот даже не знаю кого. Так. Интересно, а что лучше бьет? Плевок или... давай плюнем. Плевок-то плохо сработал, ребят. Воу. Он что, не про... да ладно, он еще хилку. Он еще хилку включает. Вот зараза, а. Это со своими звездочками. Слушай, ребят, я не знаю, что мы будем сейчас с вами здесь делать. Как вытягивать. По-моему, тут без потерь не обойдется. Просто-напросто. Ну-ка, бомбанем. Нифига не берет, ты представляешь? Будешь ты падать или нет? Вообще промахнулись. Вот у меня ребята падают. А эти хоть бы фиг. Вообще ничего, их не берет просто, смотри. Зашибись, ребят, мы поиграли с вами. Ой-ой-ой-ой-ой. А все так было хорошо, а. Железная Голова, ты что так... ты что так хреново вообще бьешь-то? У меня только Лео здесь, ребята, может справиться. И то неизвестно, справится или нет. Да, опупеть. Вот это нежданчик для меня пришел, ребят. Всех разобрали, представляете? Всех. Ай, давай уже добивать их. И то не добили. Ой, согласитесь, самый нелепый, ребята, бой. Ну и что я? Да я никуда не продвинусь даже на одну ступеньку. Может быть, максимум... максимум, наверное, одна. Посмотрим сейчас. 36-е, да? 34-е. Две. Ладно, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, смотрим, ребят, вот. И выбираем вот этих вот ребят. Я единственное могу здесь только надеяться на Рафика. Если Рафик возьмет провокацию. Ну тут же опять, смотрите, Ванька, который может пробить. Так, для начала мы сделаем защиту. Так, давай с сюрикенами. Да, ничтожный, ребята, просто урон был от Карайки. Вот, теперь мы делаем провокацию. И вся надежда на него, что он будет раздавать ответных люлей. Давайте теперь будем потихоньку бомбить. Так, Леонардо получил свое, отлично. Следующий Донни у нас выделывается, да? Все, вы... оу, у него массовый удар. Также не забываем, что у Ивана тоже массовый удар. Нам нужно похиляться. Тут еще постепенка висит. Да хорош ты! Получил свое. Так, надо пробивать. Будем, наверное, с вами... слушайте, а если я попробую Криса убрать? Убрал, получилось у меня. Попробуем теперь Доника снести. Да, конечно, снесешь ты. Блин, этот еще массовый делает выстрел, а.
Так, ну, ничего, ребята, все нормально, пока под контролем. Мы, если что, с вами еще можем похиляться. Вот, у нас есть баксер на этот случай. Ну, и мы продолжаем с вами. Я думаю, что надо, наверное, браться за Леонардо. Может быть, конечно, я и не прав, но... Вау. Так, пробиваем мы вот этого. Падает, все, отлично. И теперь уже у нас провокация. Главное, чтобы не упала провокация. Если она спадет, все, тут будет хана, ребят. Ну, давай-ка мы этого Леонардо накажем. Тыч. И теперь настала очередь Микеланджело. Да, вот здесь, ребята, очень хорошо у нас все получилось. Но я боюсь, что особой прибавки оно нам не даст. Ну, сейчас посмотрим, тем не менее, ведь согласитесь. Так, 34-я позиция. И какая? 21-я. 21-я, ребята, это уже... Есть какой-то намек на то, что мы можем с вами в Лигу Сионов две звезды пробиться как-то, каким-то чудом. Так, ну что, я выбираю тогда вот этих ребят. Делаем полностью с вами откаты. У нас завтра, получается, понедельник, да? Там во сколько? Где-то в часов 12, по-моему, у нас все это сбрасывается. По-моему, да. Ну и что же это говорит о том, что я еще смогу разик подраться. Если таким же макаром мы с вами прибудем и также три победы, например, одержим, то, по всей вероятности, я попаду в сёгуны двухзвездочные. Соответственно, ревард будет просто шикарный. Ну-ка, опс. Что такое, не понял, что ты стоишь-то здесь, выделываешься. Упал. Так, и сейчас посмотрим, ребята, куда мы переместимся с вами. Ну-ка, удиви папочку. Ёлки-палки, ребята, на 15-ю позицию. Вы представляете, 15-я. Это очень хорошо. Надо только будет подождать. Короче, смотрите. Здесь я прошел, по-моему, вот этот вот уровень. Да, с Рокзаром. Я получал карточку ДНК. А вот здесь я не смог, ребятушки. Не смог, по-моему. Да, я не смог справиться. Слушайте, а в чем проблема? А, меня разобрал, вы не поверите, меня разобрал Макмен. Слушайте, а давайте сейчас попробуем. У нас все равно пицца есть, спешить нам некуда. Да? Возьмем вот этот свой составчик и пойдем потихонечку раздавать люлей. А вдруг сегодня получится? Хотя, сомневаюсь. Ну, мало ли чего, да? Давайте начнем. Так, давай-ка, блин, они сейчас все будут ходить. Давай так сделаем. Оп. Тыч. Ну, естественно, естественно, сразу же. Так, Криса, Рокзара начинает. Во. Один непутевый стрельнул влево. Так, я могу, конечно, сделать вертушку, но не вижу в этом смысла, ребят. Черт, да кого уже атаковать-то? Давай этого атаковать. Оп. Отлично. Теперь... киборгов. Хорошо. Поехали. Надо больше оставить здоровья нам, ребят, для будущих битв. Там с Макменом что-то связано. Я вот не могу понять. А, он, по-моему... Нет, подожди. Там или не там, с грибами, короче, будет дело связано. Опс. Неудачно маленько. Отлично, минус один. Так, давай мы, наверное, вот одного киборга здесь попробуем забомбить. Не вышло, да? Ну хорошо, а если так сделаем? Отличненько. Так, этот у нас бросает. Блин, да что ж такое, он атаку понизил, а? Вот не вовремя ты это, конечно, придумал, братишка, я тебе скажу. О-о-о-о. Делаем тогда защиту дополнительную, потом отхилимся за счет Леонардо. Давайте вот так вот сделаем. Так, и дальше продолжаем с вами бомбить. Так, меткость понизили уже, плюс. Блин, не упал. Не падает, потому что, ребята, у нас атака пониженная с вами. Так, в кого? Хорошо, Лео пока держится. Не забывайте, ребята, у нас с вами... А вот это уже плохо. А вот это уже плохо, ребят. Постепенку повесили на нас. Надеюсь, что мы выживем. По-моему, в тот раз то же самое было. Да, я вспомнил. Надо было мне в первую очередь бомбить все-таки вот этих вот роботов.
Да-да-да-да, надо было их бомбить. Потому что постепенка на свете убивает. Причем довольно быстро. Опс, закупал, к сожалению, уже. Так, и смотрим. Да, ребята, тут грибы эти. Из-за грибов я в тот раз и проиграл. Ну, давай попробуем, наверное, вот так вот сделать. С вертушки. Сколько сможем снести. О, один гриб убрали, отлично. Сейчас один будет массово бомбить. Да, вот так вот. Во, промахнулись? Ёлки-палки, я думал, мы попадем по нему. Слушай, давай его уничтожать. Отлично, давай вот этот теперь попробуем. Ага, шикарно. Так, давай Макману пропишем. Опс. И вот так вот еще ему. Есть, ребята. Ну неужели, неужели мы с вами прошли уровень? А в тот раз я не смог. Потому что грибы вот эти вот, которые сейчас были, они сделали каждый по удару. И у них довольно жесткий был дамаг. И просто-напросто мои упали, ребята. Ха-ха, а тут прошли. Вот так-то вот. Знай, как говорится, наших. И у нас, ребята, остается последний эпизод, 12-й. Здесь 73-й, 75-й. Тут будет босс. Хочет кто-нибудь глянуть, а? Я знаю, хотите, и я хочу. Поехали. Все равно у нас время есть, спешить нам некуда. Но будем пробовать. Так, хорошо. Ой, сейчас каждый выстрел сделает. Ох, они еще и замораживают. Так, ну-ка давай-ка вот этого попробуем, наверное. Тыч. Так, он подохнет. Ага. Да что вы все... Ты посмотри, что делают, а? Они в зэка, ребят, бомбят. Мы тогда делаем с вами защиту дополнительную. И что же сделать там? Хм. Давай-ка вот так вот будем с вами наказывать уже. Хватит, как говорится, нам тратить суперудары. Они нам еще пригодятся. Давай вон того нахлобучим. Эть, не добили. Сейчас добьем. Так, осталось у нас два. Ну-ка. Не вышло. Готов. Так, и остался один охламон. А сколько тут? Четыре волны, да, ребята? Тут же босс же еще. Три? Хм, ладно, хорошо, я согласен. Так, а вот здесь уже плохо. Кого нам надо наказывать? Слушайте, наверное, вот этих вот. Я боюсь, что они будут бросаться своими бомбочками, которые будут на нас постепенный урон вешать. Почему-то мне так кажется. Я не уверен. Но мало ли там, как говорится, чего. Давай-ка мы еще попробуем заблокировать ему такую возможность. Эти пускай стреляют, это фигня все. Зэк, держись. Упадет, упадет. Нет, смотри-ка, выстоял. Красавец-то наш выстоял, ребят. Фу. Ну что ж, тогда все. Прощайте. Так, нам надо вот это вот сделать. Нам оно пригодится. И вот так вот. Пока есть такая, ребят, возможность. И добиваем. Yeah. Так, ну что, кто там у нас? А, этот охламон-то, трансформер. Ну, он сейчас будет не по-детски жарить. Он 75 уровня, ребят, повторю вам. Здорово, охламоныч. Так. Упс. Ну, естественно, естественно. Так, Рафик бомбит. Я даже не знаю. Ну, давай попробуем суперударом бомбануть. Ох, хорошо как пошло. Так. Отлично. А если еще вот так вот ему. Опс. И Лео, наверное, добьет, да? Ха! Ребята, блин, если бы Зэк у нас бы не упал бы, мы прошли бы на 3 звезды. Ну, он, как всегда, знаете, ватный. Как, знаете, как в этом. В эпоха магии у меня Танеда. Ватный тут у нас Зэк. К сожалению. Ну что же, в принципе, ребята, сегодня, я считаю, очень хорошо то, что я долго хотел пройти, я прошел. По крайней мере, мы сегодня прошли все этапы. Ну, не все этапы, а два отстающих этапа. И если не считать вот это, то три. Единственное, теперь надо будет все это, ребят, поправлять. Я не люблю, когда вот так вот выглядит все некрасиво. Вот, вот так вот надо, чтобы везде было по 3 звезды. Так, ну что же. Глава 6 сложная пройдена. А вот глава 7, ребята, это просто звездец. Ты посмотри, 74 уровни. А вы хотите попробовать? Слушайте, а я хочу.
Я хочу рискнуть. Я вообще обожаю рисковать. Да, конечно, я потом огорчаюсь, когда проигрываю, но когда я только начинаю, у меня почему-то оптимизма полные штаны, ё-моё. Мне кажется, что я могу тут горы свернуть. Да что такое? Эй, хорош, они только начали, ребят, уже расписали мне Рокзара. Уже начинают мне настроение портить, а? Кого тут бомбить? Я даже не знаю, кого бомбить-то надо в первую очередь. Давай вот этого попробуем наказать. Так, он подохнет, это однозначно. Теперь вот этого, наверное, ликвидировать надо. Не получилось. Слушай, а мы сейчас вот так сделаем с вами. Да, и чем мы тут будем мучиться? Ты смотри-ка! Даже вертушка-то не... Оу-воу-воу-воу-воу. Ха-ха-ха, я... Не-а. Не получится, ребят, нам пройти здесь. Вы видите, как жестко они бомбят. Рокзар просто упал. Он даже не успел крикнуть: «Рейчик, помоги!» Как упал. Да, я бы ему с удовольствием бы помог бы, но как? Никак. Ну, с этими разговор короткий. Это со... Что я делал? Что я делал? Я хотел защиту поставить. Блин. Ну, давай пропишем вот этому для начала. Так. Добьем его. Ну, кто? А, воу! Сразу всем заблокировали? Да вы чё? Ну, кроме... Слушай, да чё за фигня-то такая тут происходит? Да! Это нереальная жесть. Ты посмотри, чё... Чё вытворяют, а? О-оу. Так, ладно, я попробую, конечно, но... Так, снесли. Ну-ка. Оп. Они сами-то по себе вообще ничего не имеют, никакой ценности. Просто вода водой. Блин, ну тут смотрите, как вот с ними справляться? Не знаю. Я, конечно, попробую как-то выстоять. Но эти ребята крепкие. Давай поставим еще защиту. В основном здесь из-за чего мы погибаем, ребят? Из-за того, что на нас висит постепенный урон. Если бы его на нас не висело бы, все было бы вообще офигенно. Ну, Раф, фу ты, наконец-то. Ага, они еще по два раза будут бомбить. Вот оно что, да? Так, хорошо. Ну, ответку, ответку, Раф, пожалуйста. Каждому по ответке уже хорошо. Ну, давай. Эх, не стал бомбить. А этому? Простишь? Простил. Да иди ты в баню. Я что-то не понял, что у них так... Ага. Ну что же, я делаю вот такой ход, ребята. Я усиляю свою команду. И я надеюсь, что за счет вот этого усиления мы хотя бы что-то здесь можем с вами сотворить. Опс, отлично. Рафик, ты главное держись. Не падай, пожалуйста. Ох, шикандос. Вот этот гад допрыгает сейчас. Ну-ка, иди-ка сюда, милюзга. Отлично. И добивочный от Лео. Да, ребята, я не верю своим глазам. Мы прошли, прошли, ну, с одной звездой, конечно. Но главное это цель в чем? Пройти, ребят. На войне, как говорится, все средства хороши. Сюда я даже боюсь смотреть. 75-й, 76-й, нет. Вот когда у меня будут ребята хотя бы по 72-му уровню, все, включая Эзека, можно, конечно, сюда спокойно прыгать. Но, ребят, вы посмотрите, какая здесь длинная ветка. Длиннющая просто-напросто. Да, уровень сложности сложный здесь. Хард мод. Фух, ну что, нам, наверное, с вами нужно поискать... Погоди-ка, а мы же, по-моему... Секунду, ребята. А я хочу посмотреть, неужели у нас тут все пройдено на 3 звезды? Нет? Неужели прям вот все-все? Сложные, нормальные режимы, да? Абсолютно все, да? Получается так. Хм. Даже как-то неинтересно, ребят. Я думал, может быть, мало ли, где-то что-то забыли, упустили. Сейчас, думаю, как орешки их пощелкаем. Но, как видите, везде все идеальненько. Не подкопаться. Ай, обидно. Ладно, давайте быстренько с вами заработаем пиццу. У нас, ой, 122 телепорта, ребята. Сейчас будем ДНКшки искать. Поехали.
Все, естественно, сделаем на автобое, чтобы это было быстро у нас и, как говорится, безболезненно для самого Пиццелицева. Потому что он бедный, практически каждый день, да через день получает от нас звездюлей. Как говорится, отнимаем мы от него те самые кусочки вкусной пиццы. Поехали далее. Так, бежим, наваливаем и убегаем. Тыч, с удара. Отлично. Это только начало, ребят. Так, это был второй бой, да? Сейчас у нас будет третий. Погнали. Их всего здесь, по-моему, 5. Включаем автобой. Ну, это ты зря. Подожди, я же включил вроде бы, нет? Ха, Лео даже так решил. Ну что же, так тоже хорошо. Мы с вами переходим на следующий бой. Так, 25 пиццы, да, получили? Да, ребят, всего здесь 5 боев. Мы переходим на четвертый. Это предпоследний. Также его быстренько разбираем и убегаем. Так, подожди, я все время забываю поставить на автобой. Слушайте, ну сегодня мне понравилось, Даже в той серии такого не было, ребята, ажиотажа, как вот сегодня. Блин, прошли с вами режим сложности полностью. Полностью пробежали. Даже осталось только единственное подкорректировать, это 3 звездочки. И все. Так, ну что, последний бой у нас. Последний бой. Идут лишь старички. Ну, здесь не старички, конечно, здесь у нас железная голова, еще молодняк, как говорится, подрастающий. Но, тем не менее, уже уже лезет все туда же. Так, давай, Лео. Пумс. Так, Рафа, зачем ты так делаешь? Ты бы мог бы его и пригреть. И что он делает? Как говорится, не так. Так начинает массово бомбить. Лео, ё-моё, ну зачем вы время-то тратите? Так, давайте просто его распишем и все. Опс, постепенко интересно. Постепенко убьет, да, убил его, ребят. Ну что же, пиццу мы с вами полностью все отобрали у него. Кстати, у нас же очень много телепортов. А это говорит о чем? О том, что мы можем с вами покрутить рулетку. Мы давно ее, кстати, с вами не крутили. И я думаю, что никто не будет против. Так, поехали. 16 пицц. Нафиг, вот так вот сделаем. Ага. Поехали крутить. Тормозим. И кто? Ну не надо, ну только. Это, ребята, сговорщина. Они сговорились, елки-палки все, чтобы давать мне одну ДНКшку. И сейчас опять, да? Давай, вот сейчас на Рокстеди. Ну специально же, согласитесь, да? Одно ДНК, одно. Ну давай еще. Давай сразу тормозну. Бибоп. Это будет Бибоп. Конечно же, одно ДНК от него. Ёлки-палки. Не очень, ребята, хорошо у нас получилось здесь. Ну что же, теперь ищем. Кого же нам найти-то здесь? Ну, естественно, ребята, это у нас Острозуб. Давайте искать. Так, одно ДНК мы уже нашли. Так, второе. Кстати, в прошлой серии, ребята, мне выпало 3 ДНК с него же. Но здесь только 2 дали, к сожалению. Хорошо. Мы ищем с вами дальше. Кто у нас будет следующим? Крип, кстати, неплохо бы его найти. Так, а здесь у нас дальше идут. Блин, смотрите, ребята, 2 ДНК на Рокстеди находим. И он у нас апается на 3 звезды. Это тоже очень хорошо будет. Ну а до этого Бибопа еще очень далеко. Кирби. Нет, пока не хочу я тебя трогать. Хочу кого-то вот здесь, вот из верхних, ребята, поискать. Давайте Крипа посмотрим. Так. Мимо. Это обидно. Мы с вами ищем до каких пор? Пока у нас не закончится пицца. Потому что все равно мы будем уходить. Как говорится, пицца будет просто прогорать. А так она все равно, ребята, у нас накопится. Да, давайте Бакстера
Кстати, Баксера мы можем с вами аж 6 раз поискать. Выпадает ДНК, отлично. А здесь? Воу, вторая. Давай третья, ну порадуй хоть разок, давай. Нет, не хочет. Не хочет идти на уступки мне, а? Ребят, что за дела? Тут вообще не дают. А сейчас? Есть. То есть уже 3 в общей сложности, да, мы получили с вами ДНКшки. 4. Ну, это уже неплохо. Здесь, к сожалению, пока не можем. Так. Едем дальше. Может быть, Карайку? Давайте Карайку найдем. Я вот не знаю, у нее какие-то вот... Она вроде бы сильная, да, такая вот. О, кончилось уже, ребята. Сильная, но у нее какие-то вот удары ложовые. Мы же сами видели, да, вот этот удар хвостом. Вообще ничего не отнимает. Плевок, ну я не знаю, гипноз еще что-то там может отнять. Но он не прокачанный у нас. Если посмотреть внимательно на нее, на ее навыки, у нас понятно, почему гипноз очень мало отнимает. Потому что он имеет всего первый уровень, первую категорию. А нам нужно как минимум 3, или в идеале вообще 4. Только тогда будет она хорошо бомбить. Но для этого нам нужно магнитофоны. Кстати, вот их как раз и надо было нам, ребята, искать. Но есть еще или нету? Так, у нас 6 пиццы. А, тут надо 14. А я смотрю сюда, думаю, что-то не то. Нет, конечно, не хватает, ребят. Ладно, тогда мы с вами этим займемся уже, наверное, в следующей серии. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы увидимся с вами в следующих сериях. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.